В Ненецком округе продолжаются строительные работы на объектах социального назначения. О ходе строительства, а также сроках сдачи возводимых объектов расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Яслисад по улице Меньшикова начали строить в январе 2019 года. На данный момент все плановые работы выполнены. В скором времени ожидается последняя поставка материалов. Согласно конкурсной документации, новый яслисад после сдачи в эксплуатацию примет группы детей различных возрастов – от года до двух, от двух до трех лет, а также дошкольников. В здании будут свои пищевой и медицинские блоки, прачечная, кабинеты логопеда и психолога, бухгалтера, методиста, заведующего завхоза, пост охраны, музыкальный и физкультурный зал. В этом году у них запланировано возведение коробки, перекрытие, здание одноэтажное. Но попросили их, конечно, чтобы в этом году они еще застеклились, утеплили фасад, сделали теплый контур. Тут немножко проблема, конечно, с сетями возникает. Мы хотели, конечно, к зиме, чтобы они и тепло подтянули, но не получится. Сдача этого объекта запланирована ноябрь 2020 года. Здесь подрядчик идет в графике. Оснований у них нет. Материалы сейчас, буквально завтра должно подойти судно. Утеплители, оконные блоки на этот объект. Что касается жилого многоквартирного дома на пересечении улиц Полярная и Ваучийского, на сегодняшний момент работы приостановлены до того момента, пока не устоится фундамент. Дом рассчитан на 38 квартир. По графику объект должен сдаваться в конце марта следующего 2020 года. Сейчас возведен цокольный этаж, это фундамент, стены цокольного этажа и перекрытие. Пока работы на объекте прекращены, потому что подрядчик сейчас будет завозить опять же арматуру, цемент. Работы будут возобновлены уже в следующем году. Но здесь они тоже оставания у них нет, это по графику. Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Полярная и Пырьерка уже почти готов к отделочным работам. В этом доме в центре города власти региона приобретут из 41 квартиры 38 для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Здесь семиэтажное здание, односекционная коробка уже стоит. Отопление они подтянули, разводку делают. Сейчас на последнем судне пришли оконные блоки, утеплитель, фасадная система. Будут закрываться. Здесь как, они... как это сдача? Сдача тоже в марте 2020 года. Добавлю, последняя поставка материалов ожидается сегодня, 30 октября. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север».